Добрый день! Сегодня будем смотреть породу. Очень большую породу, мясную, мясо-яичного направления. Гигант Джерси черного окраса. Немножко истории птицы, характеристику расскажу. Кормление, обзор инкубация яиц гиганта Джерси. Про молодняк. Несколько слов скажу. Гигант Джерси. История и происхождение этой породы. Произошла она в штате Нью-Джерси. Была выведена черная линия этих птиц. Сначала были у гиганта Джерси черный окрас. Порода характеризуется большим весом, хорошей яичной продуктивностью, быстрым ростом, выживаемостью, неприхотливостью, я бы даже сказала. Очень легко содержать эту породу. Мясо темного немножко так вот цвета. Яиц несет, да, 150-160 яиц несет. Курочка за сезон гиганта Джерси. Что в этой породе интересно еще? Быстрый рост молодняка, оперение. Молодняк не нуждается долго в теплой погоде, в теплом помещении. Прекрасно зимуют в наших широтах. Вот черные гиганты Джерси, у них и лапки черно-синего цвета. Гребешок у Джерси листовидный. Вот небольшой листовидный гребешок. Вот нет такого, чтобы у них гребешок вот свисал на глаза. Такой стоячий маленький гребешок листовидной формы. Этой породе не более 100 лет. Совсем недавно в Германии вывели голубой джерс. Ну, сравнительно недавно, там, около 15 лет назад. Потом белый джерс вывели, окраса, белого окраса. Ну, хвосты вот очень красивые. Вот тут у петуха очень красивый хвост. Пусть павлин даже позавидывает хвосту гиганта Джерси. Вот такой шикарный хвост у гиганта Джерси. Ну, птица с характером. Попадается, что петушки с характером. Был у меня в прошлом году такой петушок. Ну, очень дрочливый. Пришлось от него избавиться. Этот хороший петушок. Инкубация яиц происходит при температуре около 38 первые 3 дня. Потом температуру снижают 37,8-38. Вывод 20-21, даже может быть и на 22 день вывод цыплят. Цыплята растут очень быстро оперяются. У меня есть вывод цыплят. Вот я вам уже показывала его. На моем канале есть такой вот уже ролик. Я там рассказываю, несколько пород взяла. Гиганта Джерси, Кохин-Хин и брама палевая. Брама темная была. И я там рассказываю, вот, как кто растет. Там у цыплята одного дня выводка. Вот насколько вот разница есть. У меня есть там на моем канале это видео есть. Так и называется, что обзор. Какие цыплята мясных пород быстро растут. Вот гиганты Джерси цыплята очень быстро растут. Порода очень интересная порода. Ее стоит разводить. Сама порода ко мне попала. У меня подруга живет в Штатах, в Сиэтле.
2 года назад она мне везла яйца гиганта Джерси. Вот мне удалось вот развести их. Так, с самой родины, как можно сказать. Была привезена яйцом. Вот такая интересная порода. Мясной птицы, которая оставляется на племя, на развод, чтобы ее разводить, так как они очень предрасположены к ожирению, обязательно в рацион нужно включать зерно овса. Тогда они не будут так быстро жиреть. Овса свойства такие, что регулирует жирообмен немножко у кур. И курочки не так быстро жиреют. Красиво смотрится птица. Хорошие мамочки садятся на яйцо. Но минус в том, что курочка очень тяжелая. И вам все передушит, там практически все передушит. Это из личного опыта я вот уже рассказываю. Спокойно хорошая птица, но через тяжелый вес не стоит под нее ложить яйцо. Особенно если яйцо какое-то ценное. Особенно если вы купили, привезли вам, чтобы так вот дать все раздушить. Итак, мы сегодня смотрели породу гигант Джерси черного окраса. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Гости канала приглашаю подписаться, если бы было вам интересно. На следующий раз рассмотрим какую-то еще другую мою породу. Всем пока!